В Липецком православном молодежном культурном центре «Экклезиаст» объединяют и просвещают людей концерты. Прихожане храмов, уверены, липецкое духовенство, должны общаться и встречаться не только на богослужениях, но и вне храма. На одном из творческих выступлений побывали наши коллеги из телестудии «Свет миру». Павел Колобаев подробнее. Участник тульской рок-группы «Ворон Кутха» Дмитрий Мулыгин с концертом в православный молодежный центр «Экклезиаст» приехал впервые. Группа существует с 1993 года и за это время выпустила уже 9 альбомов. Музыканты считают, что человек с помощью музыки и хорошего слова может открыть много интересного. Главное, что у нас сейчас? Не надо мыслить штампами, не надо уподобляться толпе. Надо как-то все-таки нести себя, хранить свою страну, хранить свою веру, да, хранить свой язык. Вот чем мы занимаемся, наверное. Такой просветительской деятельности. Потому что я по образованию так получил филолог, и вот я сейчас заканчиваю получать диплом по народному музыкальному хоровому творчеству. Поэтому фольклористы такие, то есть у нас все замешано на народной музыке русской. На концерте рок-гитарист исполнял песни из сольного альбома «Шуга». Жанр, в котором поет Дмитрий Мулыгин, сочетает элементы фольклорной и рок-музыки. Тексты его песен максимально просты. Напрямую о Боге душе музыкант не поет. Внутренний духовный смысл его песен нужно искать в подтексте. На высоко над солнцами, на высоко над правдами, высоко. Руководитель «Экклезиаста» и настоятель храма иконы Божьей Матери Взыскания Погибших при православном молодежном центре протоиерей Дмитрий Струев считает, что подобные концерты носят не только культурно-просветительский характер. Для того, чтобы приход существовал как община, важно, чтобы люди не только видели друг друга на богослужении, важно, чтобы они общались. И общались не только на духовные темы. Концерты иногда достаточно светские, которые проводятся в нашем православном культурном центре. Но я бы сказал, что даже в тех случаях, когда они и не несут в себе нотки проповеди, в любом случае они помогают знакомству, сближению тех людей, которые приходят сюда. Концерт тульского рок-музыканта никого в зале не оставил равнодушным. А уже 13 февраля молодежный центр «Экклезиаст» соберет фестиваль друзей, в рамках которого в ДК «Сокол» состоится концерт народной артистки России Елены Камбуровой.